Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный осенний салат. Будет он из запеченной в духовке тыквы. Готовится совсем несложно, получается очень вкусным. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сами сможете в этом убедиться. Для салата нам понадобится небольшой кусок тыквы. У меня вот маленькая мускатная тыква. У нас она называется Длорит. Очистить тыкву от кожуры. И вот при помощи ложки я воскабливаю сердцевину с семечками. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Нарезаем тыкву на кубики. Общий вес уже очищенной тыквы составил 350 грамм у меня. Выкладываем нарезанную тыкву в форму, чуть-чуть присаливаем ее. Я еще добавляю листики тимьяна, они очень подходят к тыкве, щепотку корицы, чайную ложку меда и 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое. Духовка у меня заранее разогрета на 210 градусов. Отправляем запекаться нашу тыкву на полчаса в духовку. А пока готовим соус к салату. Цедру половинки лимона и сок половинки лимона нам понадобится. 2 столовые ложки масла растительного, у меня оливковое. Столовую ложку меда. Можно вместо меда взять кленовый сироп. Чуть-чуть присаливаем наш соус. Много я не добавляю соли, так как у меня сыр достаточно соленый. И щепотку корицы. Все перемешиваем. Наш соус готов. Прошло 15 минут. Обязательно нужно перевернуть тыкву. И возвращаем тыкву еще на 15 минут в духовку. И теперь посмотрите, как выглядит тыква уже готовая. Она румяная, она мягкая. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Также для салата нам понадобится сыр. Можно взять любой рассольный сыр, фета, брынза. У меня вот такой грузинский сыр. Он в меру соленый, очень вкусный. Нарезаем его на кубики. И еще нам понадобится одно яблоко. Лучше, если это будет зеленое яблоко. Кисло-сладкое. Нарезаем его на такие вот тоненькие ломтики. Можно заранее почистить яблоко, если вы не любите с кожурой. И начинаем собирать наш салат. На блюдо выкладываем 2 горсти листьев салатных. У нас эта смесь таких маленьких листиков салатных называется Baby Mix. Тут и рукола, есть и свекольные листья. Выкладываем нарезанные яблоки, выкладываем испеченную тыкву. Можно, кстати, сделать порционный этот салат. Кубиками нарезанный сыр. Сверху я еще горсть гранатовых зернышек. Это красиво и вкусно. Можно добавить любые орешки или тыквенные семечки. Я этого не делаю. И сверху поливаем нашей заправкой. Посмотрите, какой красивый у нас яркий получился салат. И сейчас мы его будем пробовать. Это очень вкусно. Сочетание разных вкусов, кислого, сладкого, соленого, пряного. Это так вкусно. Приготовьте. А мне будут интересны ваши комментарии. И я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра.